Вы приглашены на коронацию Эрики. Введи свое имя в поле для ввода и нажми кнопку «Играть». Сегодня зову гостей, их чудные новости ждут. Анна, Лиза, езжай скорей, вот и она наконец-то тут. Много тебе я хочу рассказать, о, как же счастлива я. Я не могу слезы счастья сдержать. Скоро моя коронация, скоро моя коронация. Во-первых, тебе надо научиться передвигаться по твоему королевству. Перемести голубую стрелочку в то место, куда ты хочешь попасть, и зажми левую кнопку мыши. Ну-ка, иди за мной. Отлично! Если ты хочешь поговорить с кем-нибудь, подведи к нему указатель мыши. Щелк! Теперь тебе надо сходить в дворцовый сад и нарвать цветов. Наведи указатель мыши на дверь. Цвет. Отлично! Теперь нам нужно вернуться и поставить цветы в вазу. Теперь надо поставить цветок в вазу. Щелкни на цветок, чтобы взять его, а потом щелкни на вазу. Какие красивые цветы! Дворец и правда становится мне родным домом. Милые леди, не могли бы вы подняться на верхний этаж на минуточку? Да, Примингер, что это? Я нашел в библиотеке вот этот старинный свиток. Это часть королевской книги. В свитке перечислены качества, которыми должна обладать леди, собирающаяся стать королевой. Я понимаю, конечно, что тут целых 20 глав, а у вас осталось всего-навсего 3 дня. Но я уверен, принцесса Анна Лиза вам поможет. Но только в украшении замка. Не волнуйся, Эрика. Я позабочусь о том, чтобы замок был подготовлен к коронации. Ну-ка, давай посмотрим, что в этом свитке. Королева заботится обо всех существах, обитающих в ее замке. Щелкни на изображение крестика, чтобы закрыть свиток. Чтобы выманить котенка, нужно петь песенку. Щелкни сюда, киска. Иди ко мне, пушистик. Сюда, киска. Мне как? Кис-кис-кис, котик. Смотри. Отлично, мы нашли котенка. Теперь иди, малыш, за мной. Чтобы отвести котенка в его комнатку, нажми на кнопку пения. После этого котенок будет следовать за нами. Иди, малыш, за мной, скорей иди за мной. Беги скорей за мной, беги скорей. Щелкни на дверь над котом. Беги скорей за мной. Вот эта комната специально предназначена для котят. Тут есть все, что требуется. Ты можешь поиграть с котенком, покормить его и поухаживать за ним. В списке на стене перечислено то, чем можно заняться, и отмечено то, что уже сделано. Чтобы покормить котенка, нужно щелкнуть мышкой на миску и поместить ее перед ним. Давай проверим список на стене и посмотрим, что еще нужно сделать. Может быть, пора покормить котенка? Этот котенок действительно был голоден. Думаю, нам стоит поиграть с ним в другую игру. Думаю, нам стоит поиграть с ним в другую игру. Попробуй использовать другой предмет для ухода за котенком. Какая красивая шерстка!
Может поиграть во что-нибудь еще? Может поиграть во что-нибудь еще? Это просто здорово! Теперь котенок счастлив. Отличная работа! Нажми на кнопку с изображением галочки. Ура! Котенок в безопасности! Думаю, нам удастся доказать, что Премингер был неправ. Давай откроем свиток королевы и посмотрим, что делать дальше. Королева знает свое королевство. В разных местах королевства спрятаны розы. Чтобы взять найденную розу, щелкни на ней. Нам нужно найти двух людей. Первый расскажет, какого цвета нужная нам книга, а второй даст ключ от нее. Идем их искать. Если мы соберем 10... Добрый день, леди Эрика. Извините, но я ничего не знаю о книге, которую вы ищете. Спросите у кого-нибудь еще. Ой, леди Эрика, у меня есть связка ключей, но я не знаю, какой из них вам нужен. Щелкните на тот, который хотите взять. Спасибо! Давай возьмем ключ и проверим, откроет ли он нужную нам книгу. Ну-ка, возьми ключ и щелкни мышкой на книжную полку. Мне кажется, это не тот ключ. Ключ должен быть того же цвета, что и книга. У меня есть связка ключей, но я не знаю, какой из них вам нужен. Щелкните на тот, который хотите взять. Спасибо! Давай возьмем ключ. Мне кажется, это не тот ключ. Ключ должен быть того же цвета, что и книга. У меня есть связка ключей, но я не знаю, какой из них вам нужен. Щелкните на тот, который хотите взять. Спасибо! Давай возьмем... Мне кажется, это не тот ключ. Ключ... У меня есть связка ключей, но я не знаю, какой из них вам нужен. Щелкните на тот, который хотите взять. Спасибо! Давай возьмем ключ и проверим, откроет ли он... Здорово, что мы нашли карту. А как было интересно знакомиться с обитателями замка? Королева любит свой сад и заботится о нем. Нам нужно пройти мимо стражника и выйти в лес, чтобы набрать цветов в лесном парке. А вот и перекресток. Парк находится вон за теми клумбами с красными цветами. Давай найдем ворота и войдем внутрь. Этот парк – мое самое любимое место в нашем лесу. А теперь надо полить землю, чтобы цветочки начали расти. Щелкни на лейку, которая находится в нижней части экрана, а потом на место, которое надо полить. Думаю, они уже достаточно выросли, и их можно сорвать. Чтобы сорвать цветок, щелкни мышкой на ножницы, а потом на цветок. Помести цветок в одну из ваз, находящуюся в нижней части экрана. Ой, какой миленький крольчонок!
можем красиво подстричь эти деревья. Ой, как отлично! Теперь мы можем взять этот цветочек с собой. Мы собрали все нужные цветочки. Щелкни на кнопку с изображением галочки, чтобы вернуться на перекресток. Давай посадим эти прекрасные цветы в дворцовом саду. Чтобы посадить цветок, щелкни на него, а потом на тот горшок, куда ты хочешь его поместить. Надеюсь, Премингеру понравятся эти милые цветочки. Королева наполняет свой дом светом и красотой. Давай отправимся в мастерскую, где делают витражи. Витражи послужат хорошим украшением для замка.